женщины на территории Российской Федерации окончательно взяли верх над мужиками. Наташа, я поздравляю тебя с этим, во-первых, и здравствуй. Привет, Татар. Я думаю, что это не совсем радостное для меня событие, потому что все-таки быть сильной женщиной – это не сладко. Я бы предпочитала, чтобы все-таки рядом были сильные мужчины, а в их окружении быть слабой. Ну, иногда не всегда это получается. А скажи, у тебя-то в этом смысле для общественного осуждения вроде бы никаких проблем нет? Или мы заблуждались все это время? Татар, у меня никогда нет проблем. Согласен, это хорошо. Беспроблемные люди нашей программе нужны. А скажи, пожалуйста, у тебя есть фирменные способы, приемчики, которые безотказно работают в общении с любым представителем мужского пола? Они, конечно, есть, но я думаю, что я не буду рассказывать. А то кто-то услышит и воспользуется. А мне бы не очень хотелось. Это личное. А вот песни, абстрагируясь от твоего звания певицы, песни помогают созданию любовного фона в семье, например, между парнем, девушкой, песни. Какую роль играют? Музыка? Главную. Песни нас возбуждают, песни нас успокаивают, песни нас вдохновляют. Хорошие песни. Но их очень мало, и они попадаются редко.